Алкоголь, красная рыба, колбаса. Похоже, этот молодой человек – гурман. К слову, он уже был судим за аналогичные преступления. На путь исправления не встал, резюмируют полицейские. Более 40 краж парень совершил в магазинах самообслуживания Брянска, Унечи и Почепа. Он был задержан с поличным при совершении очередной кражи в магазине на территории Бежецкого района города Брянска. Общая сумма причиненного материального ущерба по уголовному делу, которое было объединено из десятков возбужденных уголовных дел на различных территориях Брянской области, составила свыше 50 000 рублей. Подозреваемого заключили под стражу. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.